Президент Европейской футбольной ассоциации Мишель Платини заявил, что получил от президента ФИФА Йозефа Блаттера 2 миллиона франков по устной договоренности. О том, что письменного контракта, который мог бы пролить свет на скандал вокруг громких имен из мирового футбола, не существует, Платини заявил в интервью газете «Ле Монд». Отстраненный от работы он назвал решение комитета ФИФА по этике, цитирую, «постыдным» и сказал, что по-прежнему намерен участвовать в выборах нового главы Международной футбольной федерации. Платини отрицает какую-либо незаконную деятельность. По его словам, 2 миллиона франков он получил в 2011 году в качестве оплаты долга по зарплате за весь период работы после устной договоренности с Блаттером, которая по швейцарским законам равносильна подписанию письменного контракта.